Я не, я точно первая. Расскажите про клуб подробнее, что есть. В клубе у нас болтушка. У нас есть, кто не может себе по каким-то причинам позволить пойти в марафон глубоких проработок, но очень хочется поддержки. Клуб стоит 500 рублей в месяц, и у нас там достаточно много уже народа. Мы вместе идем на сухие дни, рассказываем, как заходить, что заходить, рассказываем, какие состояния. Эти все эфиры, они в записи сохраняются. У нас Настя там делает с нами практики, у нас Рима делает с нами практики. Мы сейчас туда введем еще... Какая-то фигня вылазит. Мы туда сейчас ведем еще, у нас Мариночка сделает мастер-класс по рисованию, сделает мастер-класс по валянию этих, как они, как куклы. Потом у нас Тёма будет еще свою практику там проведет, которую он придумал. То есть, ну, стараемся сделать так, что мы помимо ответов тех, и там очень интимные вещи мы обсуждаем, такие как секс, вот это, что не очень, не всегда корректно обсуждать на большую публику, как бы оно ни было, потому что я знаю, что пишут потом под этими видео, поэтому не очень так хочется это на большую публику обсуждать. Мы обсуждаем, что бывает, какие бывают не очень приятные вещи, когда мы находимся на сухих днях. Это касается и женщин, и мужчин. И бывает так, что ну, по интимной части какие-то не всегда такие вещи, которые мы можем понять, что они значат. То есть все эти вещи мы обсуждаем. В закрытом клубе, то есть у нас такое закрытое пространство, где мы обсуждаем то, что неприлично обсуждать, и то, что все состояния на сухих днях. Почему мы выходим, что нас вышибает, что происходит с детьми. Ну, то есть все вот эти вот все, что есть в жизни, жизненные вещи все обсуждают. У нас там нет философии философской. Это вы можете посмотреть у других спикеров. Сейчас очень много, которые рассказывают, что я есть все, все есть я, и такие все вот это вот идет, которые я в свое время не могла принять на практике, поэтому для меня это была такая мифическая информация, которая была просто про поговорить. Вот, у нас там такого нет, у нас чисто такой, мы все обычные люди, и у нас больше такого обсуждения, наверное, бытового, что происходит с тобой в твоем теле, что происходит вокруг тебя, как принимают тебя твое окружение, как твое окружение меняется, меняется ли оно, прорабатываем какие-то вопросы, которые связаны с болезнями, то есть вот такие вот вещи.